Полицейские поймали вора, который вытащил у спящего в магазине пенных напитков мужчины телефон и деньги. Выйти на след подозреваемого помогли записи камер наблюдения, установленных в заведении, и спецодежда, в которую был облачен фигурант. Преступление произошло поздним вечером 24 августа в пивной на улице Демьяна Бедного. Потерпевший хабаровчанин 1988 года рождения, работает водителем погрузчика. После смены он выпил и уснул прямо в зале, рядом с компанией молодых людей. Приятели тоже были нетрезвыми. Один из них, житель центрального района, решил воспользоваться ситуацией. Вот как это выглядело. 23-летний юноша пытается дотянуться до куртки спящего мужчины. Ему явно неудобно, и он встает со своего места, после чего обшаривает чужие карманы. Поверхностный осмотр сразу же приносит плоды. Фигурант решает искать дальше, проводя уже более тщательный обыск. Приятели подозреваемого, дистанцируясь от друга, уходят. Вор забрал у потерпевшего телефон марки Samsung и деньги. Общая сумма ущерба составила 37 тысяч рублей. Сотрудники полиции в течение дежурных суток задержали подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 23-летний житель центрального района. Похищенный смартфон полицейские изъяли во время обыска по адресу проживания злоумышленника. При просмотре записи камер наблюдения полицейские обратили внимание на куртку подозреваемого. Оказалось, что молодой человек работает в одном из шинных центров и на встречу с друзьями пришел в брендовой спецодежде. Похищенные у мужчины деньги юноша потратил на застолье с друзьями. Он стал фигурантом уголовного отдела о краже и находится под подпиской о невыезде. С места происшествия Юлия Рябцева, Анастасия Манина и Андрей Алферов.